Глава региона Вениамин Кондратьев вместе с мэром города осмотрел кинотеатр, который уже несколько лет находится на реконструкции. Вениамин Кондратьев отметил, что здание, которое является визитной карточкой города, сегодня разрушается на глазах. Перед городской властью губернатор ставит конкретную задачу – определить четкие сроки окончания ремонтных работ. От «Авроры», можно сказать, уже ничего не осталось. Остался только остов, который еще чудом стоит. Еще чуть-чуть, и этого остова тоже не будет. Легендарный кинотеатр, который был на открытках Краснодара. А сегодня даже стыдно мимо него пройти, не то что подойти к нему. Мы сегодня должны понимать, что «Аврора» должна служить горожанам. И ни о каком коммерческом использовании «Авроры» быть не может. Я еще раз подчеркиваю, здесь не может быть ни бутика, ни дорогого магазина, ни ресторана. Это будет кинотеатр, который принадлежал городу и горожанам и будет принадлежать. Вениамин Кондратьев также отметил, что наказаны должны быть нерадивые подрядчики, которые довели историческое здание до полуразрушенного состояния.